В Челябинске, в мультимедийном парке «Россия. Моя история» открылась выставка, посвященная 350-летию со дня рождения Петра I. А о Петре ведайте. Выставка рассказывает о жизненном пути императора Петра I, начиная с его детства, о том, как он путешествовал по Европе, о строительстве кораблей, о победах при Полтаве и Гангуте. Масштабная мультимедийная выставка позволит совершить погружение во времена правления Петра I и в интерактивном формате раскроет яркие факты о жизни, деятельности и достижениях одного из самых известных российских исторических деятелей. Выставка завершит работу 14 октября. Адрес: город Челябинск, улица Труда, 183. Телефон +7 351 217 70 77.